По меньшей мере, 2 человека погибли, 4 получили ранения в результате 2 инцидентов со стрельбой, произошедших в Филадельфии. Это штат Пенсильвания в США, с разницей в 5 часов. Согласно его данным, первый случай стрельбы произошел в 14:30 по местному времени. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 2 мужчин и 3-летнего ребенка с огнестрельными ранениями. Мужчины умерли от полученных травм в больнице. Состояние ребенка оценивается как стабильное. А второй инцидент произошел в 19:30 по местному времени. В результате него пострадали 3 человека. Раненые были доставлены в больницу. Они находятся в стабильном состоянии. Но на данный момент полиция никого не задержала.